что очень успешно прошли выборы. Ну, это вы так думаете. А вот они мне начали говорить, почему нет оппозиционеров. А вот в прошлом были три человека, а в этом ни одного. Ну, про Запад. Да. Не во мне причина. Если люди не поддерживают, то что я могу сделать? Ну да, за них же работать не будем как. Нет, так они, помогайте. Они из фондов американских. Так они почему недовольны? Деньги дают, а результаты нет. Нет, так вот они дают. Я говорю, вы им не давайте деньги. Они дают деньги, они покупают автомобили, строят особняки. Деньги немалые идут. Мы их все видим. То, что не видим мы, нам россияне подскажут, откуда они идут. Обычно через Литву, Польшу, американцы, немцы финансируют. Ну, они хорошо живут. Начертаем это в нас, головная боль.